Почетную грамоту от губернатора Краснодарского края за вклад в организацию и проведение чемпионата мира по футболу вручили сегодня главе курорта Юрию Полякову. Также были отмечены и ряд руководителей структурных подразделений администрации. Среди награжденных – заместитель главы Вячеслав Вовк, который на тот момент работал в администрации региона, начальник управления по транспорту и связи Юрий Кудрявцев, а также начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. Подготовка к чемпионату мира – это не только 2017 год, это проведение подготовка игр конфедерации. То есть это длилось несколько лет, пока мы там все работали в Сочи. Вовк это знает, а уже финал – это проведение самого чемпионата. Спасибо.